Ну вот, сейчас покажу, что наши мастера вчера сделали. Вот, они полностью оббили потолок вот так вот этими, как это, доски называются или брусья. И пароизоляцию так накрыли. Так, что еще, стены вот так вот тоже оббили. И это они типа делают для того, чтобы потом набивать профиль металлический под гипсокартон. Ну, потом стены будут равнять. А сейчас я поухаживала за стяжкой и полила, вот водички принесла, полила водой, ну, веником так помазала. Потому что, оказывается, я вчера посмотрела видео, нужно после того, как 12 часов пройдет, когда пол залит, ну, уже по стяжке можно ходить так аккуратно, и можно ее намачивать и закрывать пленкой. Ну, конечно, это надо на недельку, на две, можно даже и больше. Этот цемент будет очень хорошо держаться и трескаться не будет. То есть набирается прочность. Ну ладно. Хотя бы так вот я сделала. Тут я закрыла. И здесь видно, что она вот пленка с этой стороны влажная. Пускай она там набирается прочности. Так, вот еще маяки. Может быть, в понедельник наши рабочие будут, ну, по маякам выравнивать пол. Потом опять будем мочить его, сушить. Потому что пока они будут делать каркас для гипсокартона. Потом еще на втором этаже пол надо делать. Короче, работы полно. Потом они вот тут вот в этой области вырежут, ну, второй этаж. А, они туда еще материал весь занесли наверх, ДСП. И что там еще? Ну, вот эти лаги для пола. И еще мастер сказал, что вот эти балки толстые, вот эти вот толстые, шатаются. Их надо как-то там скреплять. Я не знаю, как он их будет скреплять. Может, шурупами какими-то или что, стягивать там как-то. И, короче, если этого не сделать, то наш потолок, он же у нас тоже будет с гипсокартона, он потом может трескаться. Ну вот, мы попрыгаем по второму этажу, дети особенно будут прыгать и скакать. Я вот думаю, стоит ли вообще тогда гипсокартоновый потолок делать, если он такой, ну, будет поддаваться трещинам. Не знаю. Или детям запрещать прыгать на втором этаже. Ну, короче, вот такие дела у нас. Ну, сколько мусора у нас. Но мусор поменьше. Потому что сегодня приезжали люди и забирали доски. Кучка значительно поменьше. Еще сказали, приедут. Ну, два раза уменьшилось, да. Тут я вам дорогу постелила. Тут вообще, о, грязюка какая. Ждем морозов. Нам только морозы помогут. Ну что, тут вообще никто не проедет. О, траншей. Ой, у нас тут еще одно болото. У детей обувь мокрая. Аня в трясине в какой-то. Оф. Пошлите в лес. Все, пошлите гулять. О, давай руку. Аня, ну ты даешь. Фу. Ой, дети. Вообще. Тут болото новое. Там. О, мой снеговик. Заяц. Пошлите посмотрим. Теперь удобно так ходить. Тут вообще тоже ямка образовалась. Мой снеговик растаял. Заяц. Зайчик. Это уже поросенок, а не заяц. Смотри, он превратился в поросенка. Мы на поросенка смотрим. Это уже поросенок. У него такая пипка, как у поросенка. Смотри. Только не трогайте, он на соплях уже держится. Видишь, как у поросенка. Иди сюда. А глаза такие странные. Смотрите, такие. Ноги. И камни. Тихо-тихо-тихо, не трогай. У нас цветок. Что это за камень такой? Можно вот тут, вот тут, вот так заделать. Папа, у меня есть такой цветок. Это...
Интересно, а чего это копали? Может, какие-то машины? Это трактор копал. О, какое течение тут. Там мы на мостике стоим. А я лопатой копаю. Прям как весной, ручейки в январе текут. Зима 2020, странно. А у меня начало так притекало. Смотрите, дерево красное, это куст мама, какой. Знаешь, мама, оно начало так притекало, и потом остановилось. Значит, все, уже ровно. Тропа в лес, смотрите. Ого. О, тут сколько хвороста. Это вырубали, наверное, тропу освобождали. Тропу освобождали. А что тут нельзя дом было строить? Смотри, тут можно целый дом построить. Тут вообще заповедник. Вообще, можно даже вот такое построить. Как в городе можно даже. Мы ходим тут по лесу. Тут такие толстые березы. И на одной из берез вон оранжевая метка. А еще я увидел кость кого-то. Что это за метка? А еще я увидел кого-то. А здесь ямка от метеорита. А еще я увидел кость. Огромная. Поздравляю. Я а еще мы видели на дороге косточку какую-то птичью, голую, объеденную. Вот косточка. Кто-то или шашлыки жарил? Нет, будете это точно? Или волк кого-то ел? А мы же люди ходили, тут он поле, огород. Не, Леша, не трогай. Дома тут он, поле кукурузное. Тут много дубов. Вон одни, смотрите, одни дубовые листья на земле. Целая подстилка. Удобрение. Может, вот это дуб, кстати, толстый? Тут все дубы какие-то. Ну что, вон везде дубовые листья. Смотри, какой он толстый. Тут можно желуди осенью собирать, между прочим. Смотрите, какой толстый дуб, действительно. Его даже... Дима, ты его даже не обнимешь. Он такой толстый. Еще такой разросся. Машка! Но. Мама, весите начал! Оно мох. Вот там север. Ну-ка, Дима, там север, раз мхом обросло таким. Где север у нас? Так, солнце заходит там, на западе. Запад, восток. О, точно север. Там. Там север, а там юг. Ну-ка, на юге будет мох? Дима тут такой же. Не получилось. Все. Вот так вот в лесу и не поймешь, где север, где юг. Даже там север. Нет, там восток. Запад. Мама, смотри, я могу мечом. А, так подожди, восток. Запад. Север там, с той стороны. А там юг. На Оршуш туда ехать. Короче, мама, понятно. Стой, там, мам, стой, там. Смотрите, какой пень. Красивый. Отойди, Саня. Осталась одна от него дырка. А вот лап. Лапки деревянные, смотрите, какие красивые. Это смотрите, это как нога вороны. Такая, ух. Нет, это как на куренёчков. Это как на куренёчков. Вообще красота. А ты наверх посмотри, какая. И тут такое же. Ага, я же вам говорю. Смотри. Красиво, да. Смотри, помнишь, это кино было, эти журавли там какие-то. И там вот так вот крутили сосны. В конце фильма или когда там. Когда мужик падал, когда у него там, может, его снаряд попал или что, он так. Я уже не помню, кто там был. Короче, там много дубов с той стороны, а здесь елки. Там, может, живет кто-то. Может быть. Сейчас как выбежит какая-нибудь лиса. Слышь, это дупло, там уже белки. Ну хотя, может, они на елке не живут? Аня, отойди. Смотри, кто-то какал. Вот, Аня, отойди, может, там лиса. Какали, вот какали, вот какали. Странно, как-то покакали. Да нет там никого. Да-да, обосрался в лесу. Может, там звери живут. Может, там звери живут. Может быть. Что? Вот тут опасно, дерево висит в пространстве. Смотрите. Вон, дерево, видишь? Кусок дерева висит, ах, пень а упал. Это вообще упало. Там нельзя ходить, опасно. Мамочка, может пойдем будет, на дом. Мам, я уже потерялась. Мама, будет. А вон бревна лежат. Красиво вот это. Вау! О, красиво, как смотрится. А что это, береза в обнимку с елкой. Наверное, дикий живет. Что, дети, страшно в лесу? Я же боялся. Мозик, мозик, видишь, вот.
Змеи. Так много кто живет в лесу. Но это там змеи живут. Пенек в виде снежинки мы нашли. А это медь какая-то. А это кто-то тут что-то, опилки, может, какие-то или что-то. О, давай. Что? Таинственные метки? Опять? Пометки какие-то. Во, пометки опять на деревьях. Это, может, лесники что-то помечают? Смотрите, опять. Может быть. Опять. Это метки. Может, Дима говорит, срубать их будет? Или это какой-то больной... А, смотрите, оно лысое какое-то. Это лысые, может, играть. Может, их жук поел там какой-то? Ну, а я вот что нашел. Заберем? Маму, опять! Опять у тебя лисичка. Береза какая, Максима. Ну да, такая толстенькая. Сок березовый, интересно, вкусный. А оно раздвоилось, как рогатка сверху. Мама, еще оно в центре должно спалка. Это уже не рогатка. Это какая-то лива. Ладно, ну пошлите уже домой. Ну нет, ну что, водите опять. Страшно? Шли дерево? Вот мы дерево нашли, смотрите. Как будто человек ноги раздвинул. Сидит. Ага, это тоже как музей. Да, мама? Ну, красиво, да. Это что, возле нас еще один музей древний? Ага. Вот, Дима, вот это какашка. Тут волк насрал или точно, кто-то... Что это такое? Медведь, может, насрал. Мам, я, мам, фу, посмотрите, а вы ковыряли. Я не могу на эту каку смотреть. Фу, выкидывай, пошли отсюда. А я вам налочу. А я думаю, что говном запахло? На человека. Или люди, может. Пенек. Молодцы, повесили кормушечку, кока-колу. Кока-кола. Птичкам, новогодняя птичка. Серия. Ага. Молодцы. Только там мало еды. Или это еда. Может, это и туалет для них. Не, это кормушка. А, да. Такие корни мощные везде, видите? Опять. Что смотри! Там? Колдешки такие же по лесу. Тут, этот, может, собаки ходят, вот срут. Это тут собак выгуливают. Наверное. Пошлите. Ходим, колдешки их рассматриваем. А я думаю, что это такое? Что? Это собака тут какая-нибудь овчарка ходит. Наверное. Фу, она воняет. А мы плавно идем? Фу, засрали весь лес. А мы плавно идем? Своими собаками. Это не собака, она, наверное, тоже медведь. Да, Аня, тут собак выгуливают, тут же он час не всякий. Не, медведь. Помните, мы ехали, огромного кабана такого видели, собаку. Вот они тут и выгуливают. О, опять такой самый. Фу, короче, тут... Вот, все, фу, точно. Пошли, тять. Ну, что-то я узнал, что это какешка. Вон и все на пенек срала. Короче, какая-то собака срет на пеньки. Ну, что это такое? Ну, вообще, короче, какая-то странная. Что это такое? Мам, я не могу. Я какая-то. Опять? И такого же цвета. Подигри. Я не могу смотреть на эти какашки. Вот, не, это земля. А вон по носам. А и все, хватит. А это в магазине Евроопт. Аниматоры откуда-то появились. Маша и Медведь. Ту-ту, паровоз букашка. Ту-т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 у.